Всем привет! Сегодня мы едем на рыбалку и будем готовить уху. А присоединиться к нам Олег Павлович. Поехали! Главное для настоящей рыбалки – хорошее настроение, правильная погода и отличная снасть. Вот она, рыба нашей мечты, вот она! Денисик, привет, что делаешь? Олег Павлович, уху варю. Как вы и рассказывали по рецепту, все правильно. Давай глоток все-таки надо. Подожди, а из чего? Все, как вы учились. Нет, подожди. Все. Вот там. Там стерлить, там карп, пшено. Ну ты даешь. Лучок, картофель. Не знаю, предлагаю, наверное, снять пробу и давай, рекомендацию. Давай. Подожди, ну так, чтобы санэпидстанция нас с тобой не засекла. Денис, я добавил все-таки, хотя бы тарелку, наверное, можно. Четверть лимона в тарелочку. Да так хорошо. Как говорится, не жидкая, нет? Ну, я старался. И рыбка вроде такая свежая. А я вам открою секрет, Олег Павлович. Да? Я не так давно, примерно 3 часа назад, я поймал на удочку. Ты, значит, еще рыбак? Денис, ну я так думаю, что коррективы небольшие совсем будут. Надо добавить укропу, ну и зелени, ну знаешь, как-то была бабушка, как делала, да, сверху высыпать. Да. Давай, а то нехорошо. С другой стороны, уха ведь, она из рыбы, а не из петрушки. Олег Павлович, ну что, я предлагаю добавить зелень, все-таки давай снять пробу. Давай, давай. Эх, на счастье. А я бы еще добавил, с вашего позволения, перчика. И все-таки четверть лимона я буду настаивать. Ребят, дайте четверть лимона. Да. Немного. Буквально. Это, как говорится, такое дело, знаешь, по вкусу. Да. Спасибо. Хотя бабушка, да, всегда делала. Помидорка была. Она иногда, знаешь, какую соленую добавляла. Ну да, я думаю, тоже это будет очень вкусно. Олег Павлович, вы что, командуете? Могу ли я? Лей! Денис, единственный упрек мой, посолить надо бы. Добавим. Насыщенно, как сказать. Ну вот бабушка говорила, густая. Это очень важно. На мой взгляд, конечно, сальцы можно и добавлять побольше. В случае, что уху все-таки сочетают с
с алкогольным отравлением. То это будет уместно. Бабушка еще давала немножко. Лук был такой, чтобы... Отдельно, да? Отдельно, да. Заедать. Ну, кольцами такие. Лучше, если это красный. Значит, водки рекомендовать не буду. Ну, правильно. Нужно... Главное, чтобы она была охлаждена. Единственное, что мне остается добавить, адрес Москва, Камергерский переулок. И, в общем, наверное, стерляжи это не каждый день бывает, так что надо позвонить и узнать. Милости просим.